Коробка охуительная. У него же штатив стоит посередине. Ну, по идее. Ну, может, ладно, эта сторона будет перевес. One bow. Вот к ней ты, вот туда. Вот к ней. Блять, сучка, ёбаная. Это вставляю сзади. Не бойся, я тут одни. Я был нежен с тобой, да? One bow. Ну, допустим, я наслаждаюсь, блядь. Ёбаный в рот. Это какая-то шляпа. Так, распаковываем наш чехол от телефона. Ебать, она выдвигается там. О, да ну нахуй, ты видела? Да. Она сама ее настроила. Ебать. Не, не, нахуй. А можно не инглиш какой-то? Ёбаный в рот. Вся жизнь подстава, блядь. Чехол от телефона не работает, кнопочек нет. Все, распаковка окончена. Видишь, ничего не работает, блин. Пиздец, блять. Все прислали, блять. Коробку прислали, это самое ценное. А, блять, батарейки прислали нет, падлу что ли? Пиздец. Никита. Оптимизм. Настройки, допустим. Видишь, я могу как сюда тыкнуть, так сюда. Вообще прикол. Не нужно быть умным особо. А, стол, пусть будет стол. Гироскоп горизонт. Что? Соотношение сторон изображения лучше всего, когда центральный круг представляет собой идеальный круг. Но он идеальный, блядь, не доебаться. Как? А, оп, смотри. На. Ебать. Прикол. Только вверх вниз. Угу. Понятно. У тебя что, двигатель есть? Подъехали? Так, надо тут прибраться чуть. Ну и салам молекулам. Четырехточечный ключевой камень. Камень преткновения четырехточечный. Выбираем сначала угол. Я его затянул. Нормально. И можно таким образом определять угол, который мы будем вытягивать. То есть, по сути, проектор сейчас стоит неровно. Мы можем его поставить по факту куда угодно. Кайф, да ну нахуй. Тут свет еще светит, ебать он какой-то четкий. Можно его зафокусить, да. Охуенно. Братик, люблю тебя. Это охуенно. Телек можно выкинуть нахуй. Теперь есть пиздатый принтер. Охуительно. Ну. Один из самых мощных принципов реальности, который способен навсегда изменить нашу жизнь, это принцип... Это принтер, блять. Это принтер.